В 2014 году в России была запущена программа капремонта многоквартирных домов. Своевременное проведение работ позволяет предотвратить преждевременное ветшание жилья и поддержать техническое состояние домов. С 2014 года работы были проведены почти в 300 тысячах домов. Их площадь составляет более миллиарда квадратных метров. Это позволило улучшить условия проживания 40,5 миллионам человек. При этом капремонт многоквартирных домов продолжается. Так, площадь отремонтированных с начала года домов уже превышает 46 миллионов квадратных метров. В них проживают более 1 700 000 человек. Наибольшее количество домов отремонтировали в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Больше всего жилья обновили в Московской, Самарской и Челябинской области, а также Краснодарском и Красноярском краях, Москве, Петербурге и Крыму. Хороших вам новостей!